Здравствуй, дорогой зритель. С наступившим тебя 2018 годом. Снова я, Михаил, канал «Картавый блогер». Мои крибли-крабли-бумсы, складной ножичек. Значит, сейчас будет посылка. А вот она. Не мудрствуй лукаво. Кстати, долетел очень быстро. Я прям был удивлен. И, собственно говоря, давайте посмотрим, что внутри. Запаха нету, уже хорошо. Что это такое, спросишь ты? Да, это достаточно редкие вещи на моем канале, но подозреваю, они будут все чаще и чаще встречаться. Сейчас объясню почему. Ножик уберем. И покажем вам моего хрюна. Не до конца он сейчас доделан. Собственно говоря, про него тоже обзор будет. Все это дело будет показываться. Это Вепер 12. На данный момент в нем я заменил приемник магазина. Поставил кнопку быстрого сброса. Сейчас кое-какие дополнения сделаю. И, ну, возможно, тоже расскажу. Давайте его уберем. Он тяжелый. До ужаса тяжелый. В ходовую с ним не походишь. И, собственно говоря, покажем, для чего это надо. Шестая полева. Или полева. Так, давайте посмотрим. Значит... В первую очередь у нас секундочку. Держит достаточно хорошо. Под 12 калибр все это дело сделано. У меня, к сожалению, на данный момент только одна пачка, поэтому я все вставить не смогу. Ну, собственно говоря, наверное, это будет и ни к чему. Вот, например, вот так. Мы их поставили. Вот так вот мы их закрыли. Ну, значит, смотрите. В принципе, в описании было указано, что она там имеет определенную степень влагозащиты. Но при этом, ну, видите, да, то есть сюда зальется водичка. Ну, на здрасте, если будет дождь. Значит, что можно делать? Можно использовать крепление моли. Можно просто вешать на ремень, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Вещь достаточно удобная. Есть несколько вариантов расцветки. Значит, вот тащим. Ну, опять же, да, спортсмены, они будут пользоваться магазинами, да, специальными креплениями, потому что все это дело быстренько достал, поменял, отстрелялся. Охотник... Ну, для него это уже неудобно. В принципе, на охоту с, ну, такими вещами, да, как вепер, на ходовую, ну, он, а, тяжелый, б, ну, зачем тебе, скажем, 8 либо 10 патронов в магазине, ну, там, зайца просто там тяжестью дроби можно положить, он обалдеет от такой тяжести, ляжет. А всякие двудулки и так далее и тому подобное, патроны как-то надо нести.
надо нести, и чтобы они были, ну, достаточно удобны к доставанию. Вот висит такая сумка сбоку. Да, висит такая сумка сбоку. Понадобились патроны. Открываем верхнюю часть. Вынимаем. Да, то есть у нас уже в верхней части получается 8 патронов есть. Ну, уже вполне достаточно для там экстренного быстрого заряжания. Открываем боковые липучки. Она у нас вот так вот откидывается. И, собственно говоря, мы получаем доступ к остальным патронам. А итого можно разместить 1, 2, 3, 3 на 4, 12. О чем мы делаем? Их у нас 6. А значит, 24. И вот он у нас получается 25 вот так вот прячется. Единственное, возникает вопрос следующего характера. Как, скажем, вставлять их сюда? Ну, сюда мы можем, например, вставлять снизу. Да, что ж такое? Руки-крюки. Да нет, вот этот абсолютно, наверное, лишнее. Абсолютно лишний будет сюда патрончик. Заряжать, наверное, удобней. Да, сначала нижний ряд, потом выше. Опять же, да, вот этих вот 8 для быстрого заряжания вам хватит. Далее, через какое-то время вы открыли, отсюда вынули новые, вставили опять вверх, опять закрыли, опять у вас достаточно удобно все это дело располагается. По качеству, да, ребят, она и стоит, на самом деле, не особо много. Функционал получается достаточно хороший. По прошитости, ну, вполне нормально. Поэтому, если подходит, ссылка в описании есть, смотрите, заказывайте. Я с вами могу попрощаться, соответственно, даю небольшую подсказку, что позже у меня дойдут руки до того, что я апгрейдю моего хрюнчика. Много чего можно менять, много чего можно ставить. То есть конструктор, ну, до безобразия интересный. Сейчас в первую очередь, ну, основные вещи, что меня интересуют, это коллиматор, приклад, цевьё, дульные насадки, может быть, там внутрянки, болты и так далее, и тому подобное менять. Очень, конечно, жаль, что у нас, собственно говоря, Москва — это заповедник. Здесь ни зверей, ни оленей отстреливать нельзя. Оленей развелось, по-моему, уже даже больше, чем зверей. Ну вот, опять же, ремешочек на него надо. Ремешочек надо, надо взять много спортивных недорогих патронов, съездить и, собственно говоря, выгулить его куда-нибудь на стенд. Пристрелять коллиматор как вариант. Засим теперь, думаю, можно попрощаться. Отдельный раздел канала будет открыт. Постараюсь выложить туда, как с помощью госуслуг можно получить разрешение, зеленочку, как можно получить РОХУ, ну и так далее, и тому подобное. Будут какие-то вопросы, задавайте их в личку, группа ВКонтакте и, соответственно, мой профиль в ВКонтакте, как бы то парадоксально не звучало, есть. Также можете оставлять комментарии к видео. Ну и пойду доделаю еще какие-нибудь обзоры стандартных товаров, стандартных распаковок. И, собственно говоря, до скорых встреч. А от вас, ну, пишите, что вам интересно по оружию. Ну, попробую что-нибудь рассказать. Всем всего, до скорых встреч.